Заместители отчитались. Продолжают работать мобильные группы. Каждый день в адрес полиции, природоохраны, прокуратуры, Роспотребнадзора уходят материалы для принятия мер реагирования. И результат есть. В 80% случаев полиция изымает суррогатный алкоголь, получив сообщение от муниципальных служащих, в дежурную часть или на имя руководителя. На общегородской планерке также обсудили работу коммунальщиков, ресурсоснабжающих предприятий, ход уборки зерновых и предстоящий визит инвесторов из Франции, в намерение которой входит развитие винограда. И еще одно важное сообщение. Завтра глава Анапы Сергей Сергеев проводит встречу с жителями Анапы. Начнется она в 16 часов в городском театре.